Привет, уважаемые друзья! Сегодня я попробую устроиться на работу с закладчиком. По ходу просмотра данного видео у вас будут возникать какие-то мысли в голове. Пишите их в комментариях. Ставьте мне лайки, поменяйте их на дизлайки, если вам видео не понравится. А мы начинаем. Началось все с того, что мне написала ВКонтакте какая-то девушка. Естественно, это был фейк. На самом деле там, скорее всего, сидит пацан и просто заманивает молодые неокрепшие умы на хорошую работу, высокооплачиваемую и безопасную. Но из-за политики ВКонтакте нужно было продолжать общение в Телеграме. Я поинтересовался, что же там предложат. Перешел в Телеграм, и что вы думаете? Это, конечно, работа с закладчиком. Курьер-закладчик. Я решил поприкалываться и узнать, как же устраивают на работу закладчиками. Я написал возраст, из какого я города, работал ли раньше закладчиком, имел ли какую-то связь с данной сферой. Мне предложили сфоткать места в своем городе, в которых было бы оптимально положить закладку. Такое себе тестовое задание. Просто что-то быстро нафоткал, поменял цветовой баланс, чтобы это выглядело так, будто в разных местах сфоткано. Скинул и все. Я прошел отбор. Хочу отметить, что раньше отбор был более жесткий. Нужно было не просто фоткать места, а еще и реально ходить и раскладывать спичечные коробки по району. Я поинтересовался, как мне начать работать. В ответ на что мне сказали: сначала нужно будет разложить спичечные коробки по необходимым координатам. Так мы поймем, насколько хорошо ты справляешься. Ну и конечно же, я не согласился. Я ж не долбоеб. Далее создается беседа, где со мной общается куратор. Меня попросили купить zip-пакеты и весы. А дальше мне просто оставили бы клад, который я должен был бы ехать, забрать, привезти домой, расфасовать строго по весу, разложить в zip-пакетики и развозить по местам, список которых мне потом выдадут. Естественно, на этом этапе я прервал свой так называемый эксперимент. В очередной раз убедился в том, что уже знал. Просто заманиваются молодые ребята, которые еще не понимают, что это такое. Ну, либо те, кто понимает, но кому просто пофиг. И вы только посмотрите на эти отзывы. У всех все хорошо, ни у кого нет проблем с законом, все рубят огромные бабки. В общем, не работа, а мечта. Сарказм. Между тем, подобные отзывы совершенно просто делаются за 5 минут. О возможных последствиях, естественно, умалчивается. Никто не говорит про то, что за это могут повязать. Закладчики – это просто расходный материал. Таких молодых ребят много, которые ведутся на относительно большие деньги, но им никто не говорит, что они могут лишиться свободы из-за своего желания заработать. Наркодилеры рекрутируют молодежь, обещая высокие доходы, а на деле все заканчивается длинным тюремным сроком и навсегда испорченной биографией. В пятницу в 5 часов вечера приходит ребенок домой в наручниках, и с ним человек 7 мужчин. Они представились сотрудниками уголовного розыска, сказали: «Ваш сын задержан за торговлю наркотиками, он делал закладки». Иван сразу во всем сознался и выдал все, что у него было. В общей сложности 50 грамм марихуаны. Забрали, описали и сына увезли. Мой друг посоветовал мне не заходить слишком далеко в моем эксперименте, потому что меня могут вычислить кураторы, говорят они злые, подкараулить у подъезда и побить. Шокирующее видео с избиением и пытками Михаила было распространено через соцсети. Группа неизвестных избивает субтильного молодого человека, который присвоил часть товара себе. От просмотра ролика передергивает даже бывалых оперативников. Михаилу ломают пальцы, выбивают зубы пистолетом, прыгают на голове, бьют большой корягой. Парень периодически теряет сознание. На нем отрабатывают борцовские броски. Оператор сдерживает своих соучастников словами: «Все, хватит, пока не завалили его». Поэтому именно на этом этапе я решил прервать свой эксперимент, когда мне было уже ясно, что будет дальше. Я против того, чтобы вы влазили в наркосферу. Это не ведет ни к чему хорошему. Также я против употребления наркотиков. Не стоит даже туда суваться, ведь немного оступившись, вы можете надолго лишиться свободы. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. Накидайте мне лайков. Или если вам не понравился ролик, поставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь этим видео в социальных сетях. Пусть больше людей задумается над этой актуальной проблемой. Я не прощаюсь.